Если вам посчастливится найти в продаже замороженные хвосты лобстеров, хватайте упаковку и следуйте рецепту, он очень прост, а вы побалуете семью или друзей настоящим деликатесом. Важно соблюсти время, если передержать мясо на сковороде, оно может стать резиновым. Как видите, соли и специи я не кладу в соус, мясо настолько нежное, что вкус его легко перебить, соус на основе масла и пара капель лимонного сока прекрасно дополнит блюдо. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Хвосты достаньте из упаковки, выложите в большую миску, накройте пленкой и полностью разморозьте в холодильнике, затем промойте и обсушите. Выкладывайте хвосты панцирем вверх и на каждом панцире сделайте продольный разрез. Разломите панцирь, отделите мясо и достаньте пальцами прожилку, отправьте пока мясо в холодную воду. В большой сковороде вскипятите 30 мл воды, постепенно добавляйте масло, когда оно растопится, выкладывайте в сковороду хвосты. Вкуснее тем, кто подпишется. Готовить лобстеров нужно 5-7 минут, мясо должно стать белым и плотным. Подавайте деликатес с зеленью и лимончиком. Вкусняшки, подписавшимся. Вот что нам понадобится. Хвосты лобстеров, 4 штуки, замороженные. Масло сливочное, 120 грамм. Вода, 30 миллилитров. Количество порций, 4. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Друзья, до новых встреч!